Петербург. Прихорашивается, реставрация проходит зданий. Как и везде. Вот это вот, которое Фламинг, что ли, называют участники группы налево. По-другому мы тут никуда. Мы сюда вот заезжали сегодня. Тут там тупик, нам туда не надо. Мы сюда выходим. Мы выйдем сейчас на Гаштет трактор. Вот здесь как раз здание одно ДОС, а другое комендатура Ютербург. Там дальше тупик будет. Прямо. Мы здесь уже ездили, Илюша? Не помню уже, пап, что-то как-то все. С той стороны мы зашли сюда. Ну, утомили мы участников группы сегодня. Ну, я буду размещать не все сразу видео. Значит, действительно, скажешь, что же вы так много сразу. За знаком сразу находится Гаштет направо. На здание Гаштета трактор называли. Не знаю, как официальное название, но участники группы называют его трактором. И вот сейчас там будет на дорогу основную, и можно налево на Люкенвальде, направо. Надо было на том. Нам нужно кое-что здесь прикупить. В этом магазине. Ну и на сегодня, видимо, мы больше не будем делать видео. Магазин, уж не знаю, был ли в те далекие времена. Или не было. Немножко дальше проедь, чтобы мы захватили здание, все. Это типа хозяйственного магазина, так можно сказать же, хозяйственный? Да. Всякие железяки, всякие. Вот тут можем встать. Вот мы паркуемся, и на этом все. Вон какой персонаж.